Хочешь купить топовый аккаунт BSS, то переходи по ссылочке в описании. Тут продаются очень топовые аккаунты без вармы. Также, ребята, если вы видели старые скрины аккаунтов, ребят, просто отпишите им в личку, и они вам предоставят новые аккаунты, и они просто бомбезные, ребята. Аккаунты очень дешевые, я зачел ссылочку в описании. Залетайте, пока возможность такая присутствует у вас. Всем удачи! И всем соу-соу, с вами Кости, и сейчас я вам покажу, что сделали с улиткой. Только что посмотрел видосик Феникса, и сам офигел, что сделали с улиткой. Если это правда, то это капец. Сейчас я вам покажу, что сделали с улиточкой. Смотрите, мы идем на улитку, и у нее реально 5000 хп. Чего? Чё за бред? Реально 5000 хп. Прикиньте, такое сделают на основной сервер, ребят. Напишите в комментариях, как думаете, реально поставит столько хп улитки или нет? Это так чисто сделали, чтобы убивать на самую топовую улиточку. Ау, да! Ебой, ебой, пацаны. Бронзовая улитка, о чем я и мечтал. И еще всякой фигни тут надавали. Ну, в принципе, как и на основе дают. Прикольно, пацаны. Пишите, что вы думаете по поводу этого. И, кстати, кто еще не видел, посмотрите, что сделали с лягушками. Они теперь, если у вас звездная лягуха, то есть, ну, звездная пчела-лягушка, то у вас и будет лягушка со звездой. Если нет, то будет обычная. Кто не заметил, очень много сейчас пчел поменялись, которые дают баф. Они теперь дают некоторые другие. Но если вам интересно, правда, ребят, то поставьте лайкос и напишите любой комментарий. На подписку я даже не прошу, потому что... Кто такой Костя Пау-Пау? Это нуб, который, это ноунейм, да, ребят? Ну, вы поняли. Короче, я пошел читать, опять же, ваши комментарии.